О причудная, превысшая всех тварей, Царица Богородицы, Небесного Царя Христа, Бога нашего Мати, Пречистая Дигитрии Марии, услышь нас грешных и недостойных, часть сей молящихся и преподающих Твоему Пречистому образу, со слезами и умиленно глаголящих, изведи нас от рова страстей, Владычица преблагая, избави нас от всякие скорби и печали, огради от всякие напасти, злые и клеветы, и от неправедного и лютого навета вражия. Можешь и была благодатная Мати наша от всякого зла сохранить и люди Твоя, и всяким благодеянием снабдить и спасти. Разве Тебя иные предстательницы в бедах и обстояниях, и теплых ходатайца о нас грешных неимом? Умоли, Госпоже, Пресвятая Сына Твоего Христа, Бога нашего, да удостоит нас Царствия Небесного. Сего ради все славим Тебя, яко виновницу спасения нашего, и превозносим святое и великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице славимого и поклоняемого Бога во веки веков. Аминь.